Всем привет, вы на канале Авокадик, и сегодня у меня будет такая история про детей, которые поехали к бабушке. Ну а мы начинаем. Так, девочки, я ваша мама сказала, что вы будете жить пока тут, потому что вы себя ужасно ведете. Я вам приготовила две комнаты, эту и вот эту. Вот эту комнату. Выбирайте, у вас 5 минут. Я пока пойду посмотрю, что тут есть в холодильнике. На какую найдем комнату? Давай на суефа, давай. Суефа. Суефа. Я выиграл, я выбираю так. Она вроде бы такая вся миленькая, миленькая. Но я не знаю, какую. Я с лестницей. Но бабушка сказала, что тут нельзя будет играть. Я возьму эту комнату. О, круто, я эту возьму. Так, ладно. Так, хорошо, давайте пока сюда все уберем, чтобы мне не мешало. Так, у меня еще тут. Пингвиненок, привет, я тебя забрала, чтобы моя бабушка на тебе не ругалась. Фух. Так, кстати, есть тут пока. Я еды спрятаю с кухни, я тебя покормлю. Так, да. Он даже платье на полотенце. Да, да. Все, мама и сказала, так мне ничего больше не понравится. Открываем. Солнышко в очках. Она мне лучше пойдет. Так, ладно, пойдем. А, нет, тут стой, чтоб меня никто не увидел. Ты готов? Нет, еще разбираю. Ты что так долго? Сейчас бабушка опять ругаться будет, что мы долго все собираем. Ты ничего ругаться перестанет. Да-да-да, ты как будто нашу бабушку не знаешь. Ну, конечно, только вот и все. Давай, смотри, все держи, поставь. Так, это сюда и это сюда. Все, так положите два рюкзака. Сюда. Все. Теперь мы идем. Отлично. Поскольку я не собираюсь с вами церемониться, вы будете готовить себе еду сами. Я не знаю, как хотите, так и делайте. Я знаю, что приготовлю, могу тебе тоже приготовить. Нет, кажется, делаю сама. Ладно, я сделаю сама легкая. Раз. Ладно, можешь готовить, я тогда буду голодать. Спасибо. Так. Две тарелочки. И где-то тут были стаканы, еще помню. Вот, 2 стаканчика есть. Бабушка, ты же будешь кушать? Нет, нет. Ешь тут сами. А я пойду посмотрю на улице. Бабушка. Мне как-то нравится. Бабушке мне как будто нравится, да? Ей не нравится. Поговори, хоть еда есть. Ну да. Хотя бы ты готовить умеешь, чтобы сейчас без еды остались. Да. И останемся, когда в колледж поедем. А в колледж мы поедем скоро. Налить. О, тут кажется есть что-то. О, это же томатный сок. Угу. Круто. Ну, ешь это без клубники, ладно. Угу. Так, давай. Ой, меня на перескочу. И попить.
вроде все дочитала. Держи. Так, давай. Молодец. Иди отдыхай. Я посмотрю. А, это того, того и... Нормально. Хорошо. Пойдите за своими делами, у вас 20 минут, а потом... Странная бабуля. Так вот, на пингвиненка пока переместить. Пингвиненка, дядя! Иди сюда, мой хороший. Не нашли. Так, что делать не будем? Ну как? Его надо найти место ему. Тут я знаю, есть много вещей. Купальник. Это что, реально купальник? Я плаваю. Тихо, ну сейчас бабушка. И тут что-то я забыла. Забыла. Это как всегда. Никак. А вот это зачем? Так, это вроде бы все уже, просто вечер, надо к бабушке сходить. Она вроде спит. Давай тогда тоже спать будем. Что-то. Я пока в телевизоре посижу. Ух ты, какой смешной ролик. Смотри, это пипи не нарукали, а то всем попадет. Я вдруг пока сложу. Хотя зачем? Я же уже могу. Так, что у нас тут? О, зубы надо почистить, точно. Так, шуточка. Паста. Так, теперь надо что-то попрыскаться. Всё, ладно, иди спать. Кто там включился? Не переживай, завтра мы пойдем только-только. Я возьму тебе сколько спунку у снежков. Давай, ты пока ко мне спустись, мы с тобой вместе поспим. Давай, да? Пока иначе подвиненок. Хотя нет, я сделала такую для кота ко мне. Давай, все отлично. Не смотри сюда, все, давай, пока иначе. Так, мне надо закрыть. Ха-ха. Так, кто там? Включит. Так, давай включить. Так, а я не поняла, что ты не спишь? Упс, я просто зашла посмотреть. Ну-ка, бегом. Ой-ой-ой. Все, спать. Какая хитрая. Включаем. Все, выключено вроде бы. Клюют подушечки. Проспят. Ах, я... Ой, зачем ты кричать-то? Одевайся и пошли на каток. Да что ж ты? Бабушка идет. Пингвиненок, прячься. Петя, 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 Петя. Бабушка встала. Молодец какая. Так, значит, одевайся хорошенько и пошли на каток. Хорошо, я сразу одену, чем катаюсь. Да, все, я готова, молодец. Ты почему еще не одета? Ты представляешь, внучка, она вчера играла в компьютер. Ух ты, да. Ладно, пойдемте. Пойдемте. Так. Все. Так, бери коньки и посижу.
на трибунах. Хорошо. Тогда опять розовенький возьму. Мне нравится. Сестра. Нужно набрать снежку или петелёнка. Точно, как я не забыла. Отойди. Тренировка. Нет, только не тренировка. Да, тренировка. Ну что ж такое-то? Ну-ка, возьми-ка. Следующая. Хорошо. Неплохо. А теперь кто быстрее? Я быстрее. Хорошо. Теперь вокруг стадиона. Я тоже. Можно передохнуть? Так, ладно. Можете передохнуть. Ух. Пойдемте. Переодевается, наверное. Так, вот тренировка окончена. Так, такие, то вы и стали. Ну, ты ничего что-то говорить будешь? Нет. Пойдемте. Блинчики поедем. Живот пора отрасти. Не возьмем один блинчик. А, да. А вы кофе будете. Перед шоколадом. Ммм, как вкусно. Ой, мне шоколад такой сухой. Все, пойдем. Надо набрать быстрее. Собираем маленький турик. Хорошо. Давай водичку холодную. Тут с воды. Так, ладно, наверное, пока они не растаяли. Пингвиненок вылез. Что же тут торт делает? Я расхаваю. Так, надо что-то делать, чтобы твоя комнатка стала лучше. Тебе, наверное, будет не очень удобно жить с такими фигурками. Но другого мы ничего показать не можем. Вера, тебе нравится? Надо быстрее переодеваться, да. Дизель, как у тебя быстро, а? Че помнит? Уже быстренько все. Бабушка, что? А можно нам съездить в кафе, в булочки покушать? Булочки покушать? Мы сейчас покушаем булочки. Ну, а в магазин? А зачем тебе в магазин? Деньги тратить? Нет, не поедем туда. Давайте что-то получше. Может, и поедем. Ладно. Надо подумать. Так, ладно, здесь куда-нибудь. Мы можем поехать. В пекарню она не разрешила. Может, в театр? В театр, может, она разрешит? Не знаю. Ну, что мы там делать будем? Ну, да, хороший вопрос. Ну, не знаю. Так, куда мы можем поехать? На склад она точно не разрешит ехать. Это очень интересно. Да, согласна, это очень интересно. Ух ты, смотри, курочка. Не буду кушать. Так, что нам делать? Так, не знаю, опять же такие. И что нам делать? Не знаю. Да хватит, ну, мне уже надоело. Ты говоришь. Нет, ладно. Надо подумать. Угу. Мне на почту надо. Бабушка, мне нужно съездить на почту. А что там? Книжки приехали. Книжки, это дело нужное, хорошо, поедем. Ура, спасибо. Ой, у меня сегодня последний день на почте лежат. Хорошо, съедем, одевайся. Ура, поехали, ура. Одевайся скорее. Так, я пойду быстренько оденусь. Так, вот. Все, я готова. Хорошо, девочки, сейчас я подойду. Ой, так. Ну что, пойдемте.